Бойцов добровольческого батальона «Тигр» наградили накануне Дня Победы. За воинскую доблесть и отвагу, проявленную в ходе специальной военной операции на Донбассе, им вручили краевые награды. В торжественном мероприятии приняли участие губернатор Приморья Олег Кожемяка и командующий Тихоокеанским флотом Виктор Лиина. Олег Кожемяка подчеркнул, что приморцы по праву гордятся своими защитниками Отечества. В эти праздничные дни мы по праву гордимся теми, кто выбрал миссию защитника Отечества. Вы воевали в составе легендарной 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты. С честью и мужеством выполняли все поставленные перед вами боевые задачи. Освобождали Павловку, Егоровку. Никто из вас не оставил стоящих здесь, не оставил своих позиций, не бросил товарищей, раненых, погибших. Мы склоняем голову перед погибшими ребятами. Память о них навсегда останется в наших сердцах. Со своей стороны, говорю, мы будем делать все с тем, чтобы их семьи не остались без внимания. Виктор Лиина отметил, что в данный момент россияне на передовой и в тылу работают на победу. Он также поблагодарил губернатора за материально-техническую помощь. Сегодня на плацу 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота мы чествуем воинов-приморцев добровольческого батальона «Тигр», тех защитников Отечества, которые с оружием в руках вместе с регулярными частями Вооруженных сил Российской Федерации доказывали чистоту своих идеалов, восстанавливали или восстанавливают историческую справедливость. Тех бойцов, которые не делом, не словом, а делом доказывали, что такое русский человек, что такое память предков, что такое память дедов и прадедов, которые отдали свои жизни за нашу великую Родину. Слово «защитник Отечества» – это про вас. От имени Военного совета дважды Краснознаменного Балтийского флота искренне выражаю вам благодарность за вашу службу.